Работаем. Да. Ne spuneți despre evenimentul de astăzi. De ce credeți că este important ca OTI să aibă internet gratuit, Wi-Fi? Мы живем в мире информационных технологий, и такая вещь, как интернет, должна быть у всех. Естественно, что она должна быть в городе бесплатно. И сегодня установлено при помощи инвесторов, которых мы попросили это сделать, первая такая зона.